Дорогие друзья, я надеюсь, что музыка, звучащая на заднем плане, сразу дала вам понять, куда мы с Таиром вас приглашаем. А приглашаем мы вас прогуляться по еврейскому кварталу Антверпена. И опять с посещением синагоги, опять по еврейски легкому обеду в самом лучшем кошерном ресторане мира, по утверждению одного нашего антверпенского писателя. Погулять по улочкам, посмотреть на то, чем живут наши антверпенские евреи, почему именно Антверпен называется Иерусалимом Севера, да и много разных других вещей, о которых можно будет поговорить и послушать. Будем ждать. Все подробности, как обычно, у Таира.